10 марта в Московском музее имени Николая Константиновича Рериха состоялся вечер памяти, посвященный 56-й годовщине тибетского народного восстания в Лхасе. Почтить людей, пострадавших в тех трагических событиях, и выразить свое неравнодушие к проблеме Тибета пришли постоянные посетители музея Николая Рериха, московские буддисты, ученые, сотрудники и волонтеры организаций, занимающихся сохранением и развитием культурного и религиозного наследия Тибета. Почетным гостем вечера стал представитель Его Святейшества Далай-ламы в России и Монголии, глава буддистов Калмыкии Тело Тулку Ринпоче. От руководства музея Николая Рериха ему преподнесли репродукции картин всемирно известного художника и путешественника. Также в вечере памяти приняли участие монахи 6-й официальной делегации монастыря университета Дрипунгаманг во главе с Гапелем Ринпоче. Монахи в настоящее время совершают тур по городам России с культурно-просветительской программой построения песочных мандал. Организации визитов тибетских монахов из этого крупного образовательного центра, где традиционно обучаются и российские священнослужители, уже на протяжении нескольких лет занимается фонд развития и укрепления культурных традиций Дрипунгаманг-центр и его руководитель Наталья Беспалова. Еще один московский фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма «Сохраним Тибет», ведущий большую просветительскую и благотворительную работу в России, на вечере был представлен его директором Юлией Жиронкиной, которая зачитала обращение главы кабинета министров Центральной тибетской администрации Лапсанга Сенге по случаю годовщины восстания. Все собравшиеся в память о трагических событиях, произошедших в Тибете более полувека назад, прочитали молитвы и благопожелания скорейшего решения тибетского вопроса и возвращения Его Святейшества Далай-ламы на родину. Перед собравшимися с речью выступил Тело Тулку Ринпоче. Досточтимые монахи, dear brothers and sisters, дорогие who have gathered here today, братья и сестры, которые собрались здесь сегодня, we gathered here in celebration. Мы собрались здесь сегодня по особому случаю. Celebration because we have a group of wonderful monks. Это особый случай, потому что перед нами сегодня присутствует группа замечательных монахов, we have come to Russia, которые прибыли в Россию, to share the rich Buddhist heritage. Для того, чтобы поделиться с нами богатейшим буддийским наследием. In a great country like Russia. С нами, с великой страной России. Which has very long historical ties with Tibet. Это страна, которая поддерживала многовековые давние связи с Тибетом. Through the people of Buryat, Tuva, Kalmykia. Благодаря тому, что в нашей стране проживают народы Калмыкии, Бурятии, Тувы. But at the same time, we are gathered here today in sadness. Но одновременно с этим радостным событием есть еще и событие печальное. Because on 10th March in 1959, потому что 10 марта 59 года, was a day that there was an uprising in Tibet. Это день, когда в Тибете произошло народное восстание. And after a few days after the uprising, His Holiness the Dalai Lama, as well as hundreds and thousands of Tibetans had to go into exile. Через несколько дней буквально после этого народного восстания в Тибете духовный лидер Тибета, Его Святейшество Далай-лама, а вслед за ним и тысячи и тысячи тибетцев вынуждены были покинуть родную страну Тибет. And Tibet went through a very dark period at that time. В это время в Тибете начался очень и очень темный период. Similarly, in Russia, the traditional Buddhists have suffered tremendously. Подобным образом и в России традиционные буддисты претерпели большие страдания. As you might have known, that many monasteries were destroyed, many libraries were burnt. Как вы, возможно, знаете, очень многие монастыри были разрушены, очень многие библиотеки сожжены. Many scholars were assassinated, tortured. Многие ученые, философы были либо казнены, убиты, либо подвергались пыткам. And of course, Tibet went through the same experience as many people have here in Russia, not only the Buddhists, but people from various backgrounds. Получается так, что тибетский народ испытал то же самое, что испытали и буддийские народы России,
да и не только буддийские народы России, но люди самых разных слоев общества и самого разного прошлого опыта. So we share a lot of similarities. Так что между нами и тибетцами есть очень много общего. And people might say, or some of you may even wonder, why Tibet? Многие из вас могут спросить, почему Тибет? Зачем нам беспокоиться о Тибете? Why is Tibet needed for us, or why do we need each other? Зачем мы Тибету и зачем Тибет нам? Почему мы нужны друг другу? The time that we live in today's century. Мы живем в нынешнем 21-м столетии. Is a time that we are very much dependent on each other. Это такое время, когда мы очень сильно зависим друг от друга. Not only between individuals, but also from government and to governments. Не только на индивидуальном уровне, но и также на уровне nations правительств. Nations to nations. Зависят друг от друга правительства разных стран, различные государства. And now it is even coming to the point where we are becoming also dependent on other planets as well. А сейчас мы доходим до того, что мы начинаем зависеть также от других планет. In the last decade or so, there has been attempts to explore Mars and different other planets. Последние десятилетия были предприняты попытки изучить такие планеты, как Марс и другие. And who knows what will be found on other planets? И кто знает, что будет обнаружено на других планетах в процессе таких исследований? But nevertheless, we human beings on this planet, we share this planet. We must live together. We must share the joy, the happiness, and the suffering that we all. Но как бы то ни было, пока все мы живем на планете Земля, и все люди, живущие на этой планете, должны разделять радость друг друга и боль, печаль друг друга. It really amazes me to the Tibetan culture how it has been preserved, protected, and upheld, though being in exile for 56 years today. Я испытываю большое изумление, удивление, когда думаю о том, с какой тщательностью тибетский народ сумел сохранить свою культуру, несмотря на все испытания. Представьте себе, этот народ 56 лет находится в эмиграции, в изгнании. And in a Russia with so many ethnic groups and so many different languages and cultures, how much we have lost in a short span of time. В России проживают разные народности, разные этнические группы. И подумайте, как много составляющих нашего российского культурного наследия мы утратили за короткое время. So we as a community of the free society, or as an independent country, or a country of freedom. Мы представители свободного мира, представители мира свободы, независимых стран. We have a moral responsibility. Безусловно, на нас лежит нравственный долг. To not only share our sympathy. Не только за то, чтобы проявить свое сочувствие страдающим народам. But also to share our experience with the Tibetan people. Но и поделиться своим опытом, своими знаниями с тибетским народом. So usually on 10th March, all around the world, there is many protests or demonstrations that are carried out. Обычно in memory of 10th March. В этот день, 10 марта, во всех странах мира проходит множество мероприятий и множество акций протеста в память о тех событиях 59 года, 10 марта. I only took office on 17th of February. Я вступил в должность почетного представителя Его Святейшества Далай-Лама в России и Монголии всего лишь недавно, 17 февраля. And knowing that 10th March was coming. Я понимал, что подступает 10 марта, скоро этот день грядет. The question I asked myself is, okay, how do we approach this? И я спросил сам себя, как мы должны подходить к этой дате, к 10 марта? What would be more benefit? Что принесет больше пользы? Would it be beneficial if we went out in the streets and protested? Полезно, если мы выйдем на улицу и будем выступать с акциями протеста? Or would it be more effective if we gather together in prayer? Или, может быть, будет гораздо полезнее, если в этот день мы соберемся все вместе в молитве. And meditation. И медитации. And I think if we gathered in prayer and meditation, we would be able to reach out to much needed suffering all over the world. И я считаю, что если этот день мы проведем в молитве, то мы сможем помочь устранению страдания в гораздо большей степени. Some of you might say this. Yes, we have our own problems. Конечно, многие из вас могут сказать, у нас у всех полно своих проблем.
But the problems that Russia faces today is not only Russia's problem, but it's also the world's problem. Но те проблемы, с которыми сталкивается сегодня Россия, это тоже не всего-навсего проблемы отдельно взятой страны, это проблемы всего мира. And we've been in the last two decades or so, we've been through a lot of changes. Последние два десятилетия мы становимся свидетелями множества изменений. But we exist today. Но тем не менее мы прошли эти перемены, и вот мы по-прежнему сегодня живы, and по-прежнему существуем. And what is the main force of us existing today? И что заставляет нас по-прежнему продолжать свое существование? Is our hope. Мы надежда, мы живы надеждой. Is our faith. Живы верой. Is our optimism. Живы силой своего оптимизма. To live a full, joyful life and be happy. Мы надеемся на то, что мы сможем жить полноценной жизнью и сможем быть счастливыми. And if we maintain that hope and faith, если мы сможем удержать эту надежду, эту веру, then we will definitely achieve the goals that we wish and pray for. То, безусловно, мы сможем достичь тех целей, к которым мы стремимся и о которых молимся. And I truly believe that the Tibetan people will also achieve their goals as well. И я буду надеяться на то, что тибетский народ также сумеет осуществить те цели, которые он ставит перед собой. The issue of Tibet is not a political issue. Вопрос Тибета на самом деле это не политического характера But вопрос. It is more of a moral issue. Это больше вопрос нравственный. Morality of every individual. Это вопрос нравственности, который касается каждого человека. And therefore, we must reach out to them through prayer, through meditation, Поэтому through positive energy. Должны стараться помочь тибетцам молитвой, медитацией, посылая им свою положительную энергию. And so far to this day, over 136 individuals have set themselves on fire. На сегодняшний день больше 130 тибетцев предали свое тело огню. Which is considered as a peaceful protest, a non-violent protest. Это считается ненасильственным мирным протестом. And who knows if there will be more in the future? Кто знает, может быть, таких жертв в дальнейшем будет еще больше. But nevertheless, their voices are not heard, their feelings are not felt. Но несмотря на такие жертвы, тем не менее голоса тибетцев сегодня по-прежнему не слышны. Люди по-прежнему не способны разделить их переживания. Today is a time that we can reach out to them through prayers. А мне кажется, что сегодня то самое время, когда мы можем постараться помочь им, помочь молитвенно. Through our positive thoughts and energy. Посылая им свои положительные мысли, положительную энергию. And not only to the Tibetan brothers and sisters. И я говорю не только о тибетских, наших тибетских братьях и сестрах. But as we all know right now, the conflict between Russia and Ukraine on both sides. Ну, например, если мы возьмем нынешний конфликт между Россией и Украиной. Many individuals, many soldiers, many individuals, their families, their friends. С обеих сторон страдают люди. Есть погибшие с обеих сторон. Страдают их родственники, их близкие. And today is a good time that we can unite all these efforts and unite all these, subjects. И мне кажется, что сегодня, посвятив это время молитве, мы можем обратить свои мысли ко всем этим конфликтам, ко всем этим болезненным темам. And I am very grateful to His Holiness the 14th Dalai Lama for being such a visionary and a long-term, visionary to preserve, protect, and upheld this rich heritage and culture. Я искренне благодарен нашему духовному лидеру Его Святейшеству Далай-Ламе за то, что он видел далеко вперед. Он видел, как важно сохранить тибетскую культуру. And also I want to thank the monks for making this journey to Russia to share and show us the rich cultural heritage. И я благодарю присутствующих здесь тибетских монахов, которые приехали, чтобы поделиться с нами именно этой сохраненной ими богатейшей культурой. So I also want to thank the Drobung Gomang Foundation here in Moscow for inviting the monks, putting together this event. И мои отдельные слова благодарности обращены к фонду Drobung Gomang Center, который прилагает такие большие усилия для того, чтобы приглашать монахов в Россию и организовывать программы подобные этой. And also the Nicholas Roerich Museum
for not only hosting this event, but many of the events that they have held in the past. Я благодарю музей Рериха за то, что они принимают в своих стенах не только эту программу, но и многие предыдущие программы. And I see many friends here, you know, who I've known for a very long time. I want to thank all of you for your continuous support and faith. Сейчас, глядя на людей, присутствующих в этом зале, я вижу очень много близких и добрых друзей. Я хочу поблагодарить всех вас за постоянную помощь. And many of the new friends who I'm seeing for the first time. Есть здесь люди, которых я вижу сегодня впервые. Это мои новые друзья. I'd like to say we are one. Я хочу сказать, что все мы едины, все мы одно. We all want to live peacefully. И все мы хотим одного, жить в мире. We all want to live comfortably. Хотим, чтобы жизнь наша была удобной. We all want to be happy. Счастливой. And we all want to love each other. Все мы хотим любить друг друга. Regardless of what our external appearances are. Вне зависимости от того, как мы выглядим на внешнем уровне. So I request you to today to join us in prayer. Поэтому сегодня я призываю всех вас присоединиться к монахам, к нам с молитвой, молитве. All sufferings, not only of the Tibetan people, but of all human beings, be elevated. И давайте помолимся о том, чтобы страдания всех живых существ, не только страдания тибетского народа, но всех живых существ без исключения, были устранены. And my request to all of you is to never give up. И я прошу всех вас никогда не сдаваться. Difficult times comes. Потому что трудные времена они приходят. But at the same time, the metro also comes too. The metro train. Но приходят и поезда метрополитена, приходят и уходят. And it passes by. Поезд подошел к станции, остановился, потом ушел. That is how our life is. Suffering comes, it will pass, it will go by quickly. Такова и наша жизнь. Страдания приходят, а потом уходят дальше. If we miss the train, если мы опаздываем на поезд, we hope for the next one. Что мы делаем? Мы надеемся, что подойдет следующий. That's how life is. Такова наша жизнь. And I really enjoy every time the monks build a mandala. Я испытываю очень большую радость всякий раз, когда вижу, что монахи строят песочную мандалу. Because it's a great time for us to contemplate on the law of causality and the reasons and the meanings of impermanence. Потому что я считаю, что мандала дает нам колоссальную возможность поразмышлять о законе причинно-следственной связи и одновременно подумать о непостоянстве. If you look at the unfinished mandala right now. Если вы посмотрите вот прямо сейчас на эту незавершенную пока песочную мандалу. Many different colors. Что вы увидите? Очень много разных цветов. Many different objects. Много разных объектов. Many different ornaments. Очень много украшений. Many different symbols. Много символов и так далее. And how beautiful it is. Как же прекрасна песочная мандала. That beauty can be applied to our life. И мы можем сделать такой же прекрасной и свою собственную жизнь. At the end of the construction of the mandala. В конце построения песочной мандалы. I'm sure all of you know what happens, right? Я думаю, что все вы знаете, что происходит, когда мандала построена. It is destroyed. Она разрушается. So. Again, our lives can be destroyed. Тоже может случиться и с нашей с вами жизнью. Наша жизнь может быть разрушена. So, this is how granted we take life for. Но мы принимаем свою жизнь как нечто само собой разумеющееся. So, while we are still here on this planet, we want to give it the fullest. Однако, пока мы с вами еще ходим по этой планете, and the best of our ability, очень важно постараться жить максимальной, полной жизнью, стараться изо всех сил. To make this world, to make this planet, сделать все от нас зависящее, чтобы a loving planet, этот мир, эта планета стали местом, исполненным любви. And we are all born with so many good qualities. Мы с вами все пришли на этот свет и принесли с собой прекрасные качества. Love, множество качеств. Любовь,
compassion, сострадание, forgiveness, умение прощать, tolerance, терпение, kindness, доброта. But sometimes we fail to utilize those important qualities. Но иногда случается так, что мы просто не применяем, не используем в своей жизни эти важнейшие качества. So what better day to use that other than today? Мне кажется, что сегодня самый лучший день, когда мы можем продемонстрировать, проявить эти качества. Нет дня лучше. So again, I ask all of you to join us in prayer. И я еще раз призываю вас помолиться вместе с нами. And today we will recite words of truth. Сегодня мы прочитаем молитву, которая носит название «Слова Of course, dedication. Of course, taking refuge to Buddha, Конечно, вначале Dharma, мы обратимся Sangha. За прибежищем к Будде, Дхарме и Сангхе, к трем драгоценностям прибежища. Then our words of conduct. Потом слова нравственного поведения мы прочитаем. Then we will recite the words of truth. Потом мы прочитаем молитву «Слова истины». Then, according to the program, I think the, today is Yangdup, yes? According to the program, we will just continue it as all together. И кроме того, по программе запланирован ритуал, он тоже сегодня будет исполнен. So it's a great, wonderful place of gathering. You know? Мне кажется, что сегодня мы собрались в самом подходящем месте для такого рода событий. Nicholas Roerich was a great inspiration to not only to intellectuals, but to many individuals, ведь, not only in Russia, but throughout the world. Ведь Николай Рерих, он был источником колоссального вдохновения не только для россиян, но для жителей самых разных стран мира. To be gathered in the museum in the name of Nicholas Roerich. И то, что мы собираемся в стенах музея, названного в его честь. And to be in the presence of great monks. И то, что мы сегодня находимся в присутствии прекрасных буддийских монахов. Beautiful statues, mandala. Мы рядом с прекрасными статуями и с мандалой. And I see a lot of relics. I would say. И я вижу здесь то, что я бы назвал реликвиями. You know, every time I see a tanka like this. Всякий раз, когда я вижу танки, подобные тем, что висят сегодня в этом зале. I always wonder what kind of people prayed to these. Я всегда спрашиваю себя, это старинные танки, какие люди молились у них, какие люди обращали к ним свои молитвы. And how much fear they had to go through to save these particular icons. Какой огромный страх, какие невзгоды они, наверное, испытывали в своих попытках, отчаянных попытках сохранить эти танки. We are lucky to have these. Нам очень повезло, что сегодня эти танки дошли до наших дней. And it's a great blessing. Это большое благословение быть окруженными and we can этими танками. Feel and touch the energy that these, those people who have prayed Сейчас and used these icons for their daily prayers and meditation. Мы можем соединиться с этой энергией тех людей, которые посвящали, обращали к этим танкам свои молитвы. Мы можем почувствовать их энергию сегодня. And now think about how many different icons and relics are being destroyed as we speak now. А теперь давайте мысленно подумаем о том, сколько религиозных изображений танок было уничтожено и сколько уничтожается прямо сейчас, когда мы беседуем с вами. Don't you feel lucky? Разве не счастливые мы люди? Because I do. Я чувствую себя счастливцем. Almost every other day now as my responsibility, I get updates of news from Tibet, within Tibet. Поскольку я вступил в должность почетного представителя Его Святейшества Далай-Ламы, я каждый день по долгу своей работы получаю новости из Тибета. It's heartbreaking. Когда читаешь эти новости, это разбивает сердце. Of course, many of the news are not publicized. Конечно, далеко не все новости о том, что происходит в Тибете, попадают в новости, в заголовки газет. Every time I read something like that, I say to myself, I'm lucky. Но когда я читаю что-то о том, что происходит в Тибете, я неизменно говорю себе, как же мне повезло. Lucky to be in a free society. Что я сейчас живу в свободном обществе. Lucky to be in a free world. Что я живу в свободном мире. Lucky that I have access to temples and scholars and lamas. И у меня есть доступ к храмам, монахам, ламам. And I don't have to live in fear. И мне нет нужды бояться жить в страхе.
And people in Tibet just want to be compassionate. They want to be non-violent. Тибетцы, они хотят одного. Они хотят проявлять сострадание, притворять в жизнь идеалы ненасилия. But even their fear, even their compassion and love is not accepted. Но их любовь и сострадание общество не принимает. And here, in a free world, in a free society, и здесь, в свободном мире, в свободном обществе, we sometimes lack that. Нам иногда очень недостает этих ценностей, сострадания и любви. So, today is an unusual gathering, like I said at the beginning. Как я сказал в начале своего выступления, сегодня наша встреча необычная. A joyful gathering. Потому что, с одной стороны, она радостная. And also a sad gathering. А с другой стороны, печальная. But we can combine that and turn that and make that into something positive or something useful. Но мы действительно можем это соединить и превратить сегодняшний вечер в нечто полезное для всех нас. So, thank you all for coming here. Большое вам спасибо за то, что вы пришли. The monks will continue the next few days. Монахи на протяжении последующих нескольких дней продолжат свою работу Then над мандалой. They will continue their journey to other cities in Russia. Затем они отправятся в другие города, в другие республики России. And thank you all very much. Большое вам спасибо.